Ария, ру, мои маленькие любители, покушайте, мы продолжаем приключения по миру ванильного Майнкрафта. Следующие несколько часов игры были не очень интересны, так как все, что я делал, это ходил по шахтам, ища алмазы и опыт, так как уже тогда понимал, что ферма буков это не лучший способ его фармить. А параллельно с этим Илюша пытался страхивать жителей, что естественно у него не получалось. Параллельно со всем этим мне все-таки удалось заполучить кирку на удачу, благодаря чему мне не нужно было у этого возвращенца просить аналогичную. Кто же знает, что он делал этой киркой со своими жителями? Так как чувствовалась очень сильная нехватка опыта, решено было направить все свои силы на поиски края, где можно было бы сделать ферму дарменов. А для этого нужно для начала найти портал, а для этого нужны глаза тех самых эндерменов. Соответственно, именно этим делом я занимался следующую пару часов, параллельно разведывая территории, умирая, а где-то нафармивая крохи слизи для поршней. Пока я бегал и умирал, мне пришла идея прижучить волков, чтобы были. Ну, довести их до дома, естественно. Кися, 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 кися. Кися, кися, идем ко мне. Идем, идем дом. Опа. Какой хороший. Ой, ути, ути, пуси, 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 ути, пуси, пуси. Я же всех убью, я, они тебя убьют, скорее. Я думаю, не появлюсь теперь, походу. Ну и в итоге, посовещавшись, мы пришли к выводу, что ФК-рыбалка приносит гораздо больше опыта, чем ферма пауков. Поэтому мой второй аккаунт был переведен именно на рыб. F3 плюс что надо нажимать? F3 и T. А. Все работает. Так как спустя какое-то время... И все же совместными усилиями нам удалось найти эту самую крепость, но не сам портал. Мы начали исследовать ее, при этом находя всякие интересные вкусности. Библиотеку нашел. Спавнер скелетов. Че ищешь? Я не ищу, я сбиваю этот. Одного не хватает. Стой, у тебя, ты же говорил, у тебя есть. Я уже сделал. Когда же мы нашли сам портал, в нем нам не хватило по закону подлости всего одного жемчуга. Но направившись в ад, мы быстро решили эту оплошность. Сударь, после вас. Стой. Заед. Все. Все, можно съебывать. Нам бы все равно пришлось прокладывать дорогу через ад до дома. После активации портала мы отправились отрывать у дракона яйцо. Само это действие, хоть и не было целью, а так являлось приятным дополнением к нашим дальнейшим фермам и ресурсам. Ум ты косишь, сука. Ой, блять, драконье дыхание. В смысле? Он кинулся. Лагает. Да ты чё? Бля. Комбо. Чего делаешь? Да меня не дамажит начали. Миндермен дамажит. Ну что такое за 15? А ты что меня дамажишь? А, это дракон это делает? Да, это драконь дыхание. Мы могли его в баночку взять. Нахуя зачем, правда? Я давно не играл, просто. Пидорас. Еще вот на этой башне есть. Прям в тебя попал. А что она делает вообще? Дамажит. И все? Да. Ничего, мне не могли придумать. Ты чего выебываешься тут? Оп! Фу. Ай, 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 ай! Пол сердца. Нес. Мы все сняли? Че? Мы все убили? Не, да? Вон там еще есть. Где? Я не вижу ничего. Что-то есть. Вон, а вон, вот на самом высоком. Ай, блин! Уйди! Не здесь! Сука, сгинь! Ой, блядь! Сам не кричи так. Трян. Бидермен ебашит. На какой на вышке? Он на той остался. А, нет. Нет, я стой снес. Все так.
постарайся мне не попасть, пожалуйста. По-моему, мы с тобой косые лучники. Оба. Это просто он мансует. Сейчас. Вундовка я попал вообще. Ты его просто от моих стрел уворачиваешь. Своими. Да-да. Конечно. Я по КД попадаю, он три раза подряд попал. По-моему, он сломался у нас. Все, его только мечом сейчас по жопе. По жопе. Ай, бля. Я поэтому сказал по жопе. Хуй, не ху... А во, по ноге. И, блядь. Саня сейчас эндермен убьет. У меня ведро воды есть. Еба. А чипку тоже выполнил? Да, у меня полтора сердца. Охуеть. Уворачивайся от этого мудака. Я спрятался. Куда? В воду? А хули я один его дамажу? Ну, потому что я отхилился. Его нельзя луком в этой ситуации. Ёб твою мать! Фу, 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 полсердца, полсердца. А куда его убить-то вообще надо? По ногам. Илюша, Илюша! Жук. Илюша! Илюша! Да, да, Сань, мне тоже не очень приятно. Он полетел. Ебать, он дурманов хуярит. Да. Пол сердца. Смотри, сколько у него сердца. Ну и что сдох? Сейчас ачивку получу. А, моя победная. Они на него агрятся, лол. Ладно. А, блять, я портал спустил. Серьезно? Весь опыт проявил. Да сука.